Дорожное покрытие, пострадавшее из-за тяжелой техники, восстановят после Дня Победы в Нижнем Новгороде. Об этом заявили в городском департаменте дорожного хозяйства. После завершения парада будет проведена комиссия для выявления степени повреждений. Там, где это необходимо, покрытие восстановят в рамках содержания уличной дорожной сети. Контроль ремонтных работ возложен на департамент дорожного хозяйства и администрацию Нижегородского района, пояснили в департаменте. Напомним, после репетиции парада Победы нижегородцы заметили, что из-за движения тяжелой техники образовались повреждения дорожного полотна на улице Варварской и площади Минина. По данным департамента дорожного хозяйства, они не представляют опасности для участников дорожного движения.